В этом году поселок Горки-Ленинский отмечает 480 лет со дня основания. Как рассказала начальник территориального отдела Светлана Литвинова, подготовка к праздничному мероприятию заняла больше 3 месяцев. Горки-Ленинский очень уникальное место, известное всему миру. И мы, когда готовились, мы собрали все те жемчужинки, которые есть на нашей территории. У нас есть что показать. Это наш красавец-музей. Это наши уникальные гонки на выживание, которых больше нигде нет. Это наши летающие мотоциклисты. По традиции организовывали праздник сотрудники досугового центра «Юность», но также были и приглашенные артисты. Настоящим подарком для юных жителей стала галактическая лаборатория. Космические декорации, настоящие роботы, химические эксперименты с жидким азотом, сухим льдом, молниями и огнем произвели впечатление не только на детей, но и на взрослых. Закрывай носик, пальчиком и... Отлично, молодец, на свое место. Многие участники праздничного концерта живут в Горках Ленинских, и для них это прекрасная возможность поздравить свой родной поселок. Это очень хорошо, то, что люди вот сделали такой праздник, то, что они ценят вот Горки. И мы очень рады, то, что вот я здесь рядом живу, она тоже здесь рядом живет. Мы очень рады, что мы живем именно здесь. Да, Горки Ленинские очень прикольные. Место для отдыха. Вокальные и танцевальные номера, творческие мастер-классы, увлекательные конкурсы и тематические зоны для фотографий порадовали гостей праздника разных возрастов. День рождения всегда желают всего самого лучшего. Самого доброго, светлого. Поселок хороший. Просто некоторые нет. Я спрашиваю, уже живет давно, ведь получается его... Вы сейчас, он появился в летописи при Иване Грозном, я так понимаю, если 480 лет, да? Да, мы выходим на серединочку сюда. Так что и вы разбиваете поселок с историей. Я хочу, чтобы Горки Ленинские оставался такой же красивый, и чтобы тут были только люди добрые. Приехали поздравить жителей поселка и почетные гости. От имени главы Ленинского городского округа, от себя, от всего сердца, поздравляю с днем рождения поселения «Удивительные Горки». Почти полувековая история. История, традиции, культура, совесть, честь. Горки, вы уникальны, вы неповторимы, вы талантливы. Конечно, хочется пожелать, чтобы наше поселение росло в масштабах как культурных, спортивных. У нас замечательные есть исторические традиции. Вот самое главное, чтобы молодежь, подрастающее поколение помнила, чтила и знала историю своего края. Праздник получился грандиозным. Его участники доказали вместе ярко. Мир ваш дом, и пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир. Он полнен цветами и красками. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.